Всем доброго времени суток! Сегодня приглашаю вас приготовить вместе со мной этот вкусный карамельный соус. Так, приступим. Для приготовления карамельного соуса нам потребуется 1 стакан сахарного песка, где-то 60 грамм сливочного масла, у меня оно подсоленое масло, и где-то пол стакана сливок. Можно жирных сливок, у меня сегодня жирных нет, они такие полужирные, так скажем. Где-то полстакана сливок. Сейчас первым этапом берем хорошую кастрюлю, чтобы растопить наш сахарный песок. Обязательно с толстыми стенками берем кастрюлю, чтобы наш песок не подгорел. Итак, на среднем огне идем растапливать наш сахарный песок. Итак, прошло буквально несколько минут. Наш сахар начинает растапливаться, и мы доводим все до однородности. Только наш сахар превратился вот в такую красивую янтарную медовую смесь, мы добавляем наше масло и помешиваем. Отправляем на огонь. Где-то минуту с вами будем помешивать. Варить наше масло, и чуть оно растопится полностью, добавим наши сливки. Наше масло, вот оно вот все тут забурлило, все как следует размешалось, и теперь осторожненько добавляем наши сливки. Оно осторожно, все горячее, поэтому очень осторожно, чтобы не обжечься, лучше на расстоянии все это потихоньку добавляем наши сливки и доводим все до однородности. Как только сливки добавили, опять отправляем на огонь и варим опять одну минуточку. И наш соус карамельный будет готов. Если хотите, добавьте еще соли в конце. Будет такой карамельно-соленый соус. Итак, я отправляю на огонь буквально на одну минутку сейчас. Наш карамельный соус готов. Переливаем в ваш контейнер, где вы будете хранить. Если он, конечно, загустеет. Если вам понадобится через какое-то время, можно либо в микроволновку поставить на 30 секунд, либо на водной бане его разогреть, чтобы он смягчился. И уже поливать ваш любимый десерт. И вот наш соус готов, друзья. По вкусу, если он застынет, напоминает наши ириски, такие были раньше. А так можно поливать любимый десерт вот слегка, блинчики или что вам угодно. Некоторые делают яблоки такие запеченные и сверху с карамелевым соусом. Вот так быстро и легко можно сделать свой карамельный соус. Я благодарю вас всех за внимание. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. До новых встреч, друзья. До свидания.